Hello, my dear boys and girls. Сегодня мы с вами изучим новые слова, прочитаем и переведем диалог, а также поработаем в рабочей тетради. So, let's begin. Please open your book, page 105, and new words. Hot – горячий. It's hot – жарко. Late – поздний. It's late – поздно. And fine – хорошо. А сейчас давайте мы с вами прочитаем и переведем, а дома вы со своими друзьями, родителями разыграете эти диалоги. Kate, let's play hopscotch. Okay, let's. Let's play snowballs. Oh no, it's cold. Let's go home. Okay, let's. Let's play hide and seek. Oh no, it's late. Let's go home. Oh no, let's play. Mike, let's play tennis. No, it's hot. Let's swim. Fine. Let's play chess. Yes, let's. Jane, let's play tag. Okay, let's. Let's play hockey. Okay, let's. And let's skip. Oh yeah, let's. I like it. Катя, давай поиграем в классики. Давай. Давайте поиграем в снежки. Нет, холодно. Пойдем домой. Окей, пойдем. Давайте поиграем в прятки. Нет, уже поздно. Пойдем домой. О, нет, давайте поиграем. Майк, а давай поиграем в теннис. Нет, очень жарко. Лучше мы пойдем поплаваем. Хорошо. Давайте поиграем в шахматы. Да, конечно, можно. Давайте поиграем в салочки. Давайте. Давайте поиграем в хоккей. Окей. И давайте попрыгаем через веревочку. О, конечно, это нам очень нравится. А теперь, пожалуйста, откройте свои рабочие тетради. Урок 15 на странице 75. Ваше задание. Вы должны сделать первое, то есть обвести слова до конца. Дальше подобрать транскрипцию к нашим картинкам и разрисовать их. Например, a dog – собака, a frog – лягушка. В четвертом задании вам необходимо написать, в какие игры вы умеете играть. Например, I can play tag или I can play tennis и так далее. Выбрать вы должны слова, которые находятся у нас в рамке. В следующем задании, в пятом, вы должны образовать множественное число, то есть мы помним, что к концу слова добавляется маленькая буковка S или ES. Например, my dog – моя собака, my dogs – мои собаки. И последнее задание на сегодня – вам необходимо под каждой картинкой написать, как она называется, и разрисовать эти картинки. So, our lesson is over. Goodbye.